Sí. Ассаламу алейкум. Приветствую всех зрителей. Ну вот, сегодня вышли по просьбе друга. Звонил вчера, подходил к нему, когда вечером. Он мне объяснял, что вот у него вот, видите, он, по-моему, это его стадо овец у него. Вот там. Пасутся. И есть вот здесь тоже. Ну, коровы там, лошади. Всякие здесь. У них пасутся. Это стадо. Маленький табунчик вот здесь. О, на той горке тоже есть. Сейчас приближу. Они здесь пасутся, видите. Там на той горке пасутся. И вот, ну видите, ну здесь да, стадо. Ну иногда люди уходят, отдыхают. Ну а там он, там сам он, вот за этим бугром. А вот здесь у него какая-то ферма мини такая. Ну, хозяйство у него. Ну, есть коровы. Даже, по-моему, у него лошади даже есть. Ну вот не говорю, у него пару овец. То ли шакал, то ли волк, ну непонятно было, он здесь где-то видел его. Вот, вот, вот я вам покажу, вот где-то стадо, видите, дороги идут сюда. Вот он спускался, как он говорил, спускался по этим дорогам. Но я не думаю, что он там будет, я думаю, по этой, по, там еще речка какая-то, типа речки маленькой, по этой. Ну, будем сегодня ночью там ждать. Ну а пока поедем, еще я вам еще вещи покажу здесь, ну, место покажу, то есть. Вот наверху, сверху видно, будет лучше, будет видно его ферму. Ветер сильный, слишком. Приходится здесь как-то так. Good job, yeah. Top can you.
Теперь больше обвен свежий будет. Сено им. Мягко бе. Им ты дохал бисер. Теперь свежий будет уже шинди шуд бисер кайлари. Вяхудер. А чего один? Вяху гере свежий бе абу. Вяху айги жу, что ты же. Теперь яха. Сено дух ломас. Да. Ну английский. Ну было тогда отца. И что на, и чем алхам дай это шикал. Уйму алхам его уже. Ну, мы сейчас спустились туда, к ферме ближе, к хозяйству нашего друга. Вот, видите, дорога идет, я тоже по этой дороге спустился. Ну, видать, отсюда они подходят к нему, может, и... А вот у него хозяйство там. Видите, вон хозяйство у него. Вон там. Ну, он сейчас, в данный момент, их там нету, они, он выгнал их там, да, поляну. Ветер сильный сегодня, но это даже к лучшему. Лучшая погода 35-34-35. Еще ветер сейчас, только что он, его не было. Здесь тоже речка идет снизу, там оттуда могут они спускаться, но навряд ли, потому что эта речка, там заборы стоят, оттуда невозможно зайти. Вот по этой дороге, скорее всего, спускаются они, эти шакалы или волки. Ну, выясним сегодня, выясним. Давайте тогда поедем на то место, которое мы сейчас будем засиживаться, да, и будем готовиться к сегодня, к осаде или к подходу будем брать. Ну, как получится. Осада, ну, я не знаю, вот сейчас я поеду туда и выясню, что как. Посмотрим место и потом решим. Вот, спускаемся. Надо будет отсюда поехать. Видите, как здесь. Вот. Вот я покажу вам. Вот эта речка. Ну, сейчас там воды нету, засохло. Дождей не было. Поэтому все засохло. Они по этой речке, с этой, с леса идут сюда. Может, даже по этой дороге поднимается. Сейчас я покажу вам, где мы будем.
сядем на седосинку здесь. Машину здесь поставлю. Вот здесь, как заросло 2-3 года назад, вот этого здесь не было. Ну, как я вот сейчас думаю, вот там где-то я вот здесь где-то сядем, вот на этом выступе. Машину вот под деревья прямо, чтобы не видели, поставлю. Здесь вот некоторые которые вот мясники, которые у них бойни, они здесь где-то у них яма есть вырытая, туда они бросают вот эти кишки, все эти отходы от, ну, мясо вот эти все лишнее бросают туда. Скорее всего, они сюда и подходят, когда ничего не находят здесь, и идут в село туда. Да, вот здесь, на этом уступе будем, вон там, вам подробно покажу, вот уступ, вот здесь, там, на этом уступе будем его дожидаться. Ну и можем даже ягненком манка запустим, да. Ничего на хату не будет. Я хлеба здесь, на ее еду. Еще ловили. Если ханшова и рисик, ну, здесь. Да их обиды. Сейчас они не будут. Ты их сам клехать не можешь. Так, еще выезжаю на вторую ферму. Сегодня позвонил мне еще раз. Он где-то у своего родственника сенокосом занимается. Вот. Говорит, что волка видел. И, ну, я туда еду сейчас. Эту дорогу проложили недавно. Буквально месяц назад, по-моему, положили. Видите, а вот видите, здесь я, видите, ягнята, видите, какие маленькие, ах, какие.
Ну, дорога на ферму идет. Пастух. Там пастух. Вот сенокос. Здесь. Ну, где-то на этом поле, говорят. Ну, давай поднимусь я туда. Посмотрю. Так, придется здесь подняться. Оба. Да, вот она, дорога идет туда. Правда, не так уж такая. Ну ничего, поедем. Ничего. Здесь, когда после дождя, если проезжаешь, то дорогу ломает, и видите, да. Сейчас все засохло, конечно.
Так, сегодня едем к Апуру, фермер. У него там ферма. Звонил, спрашивал. Давно я не был у него. Шакалы его беспокоят. Не дает житья, да. Сейчас едем к нему. Короче, выехал я, ему позвонил, вроде сказал, будет на месте. Про волков я не спрашивал его. Говорил шакал. Говорил, что у него там телята, на телят нападают шакалы. Скорее всего, ну... Доехали, вот здесь он живет, отсюда надо его забрать, потом отсюда поехать на ферму, вот хозяйство его. Ну давай руку рассказывай, что у нас там. Вот, овцы у него, видишь, эти шакальчики, на них покушаются. Да, шакал много сейчас. Так, сейчас едем на ферму. Ты их оттуда привел, да? Да, да. Правильно. Сейчас будем хищников истреблять. Подряд все. Да. А там есть что-нибудь? Да, есть. Да. По-моему, они на телят. Да? Да, пык там. Да, на телят. Маленький чёрт там. Да. Шакалы на корову, они не могут ничего делать. И, ну, если там корова это, больная вчера или... Много, чем было. Да? А? Вчера много ее было. Да? Да. Опа.
удрал, да? Видно. Далеко это щекал. Сколько? 570 метров. Еще ветер, да, слева. Да. Видимо, где-то возле него упал. Так, ладно. Васи. Видел? 480. Упал, попал. Хотя шлепок видел. Слышал шлепок? 489. Ничего себе. Видел? Слышал шлепок? Слышал? А? Хлопок. Шлепок такой, да? Короче, 489. Ну, почти 89 метров. Да. Да, сегодня не его день. Сейчас его как найти, я не знаю. Да, он туда-сюда бегал. Забегался он. Да. Так, мы уже час ночи, 3 часа, по-моему, 3 или 4 часа мы здесь, да? 4-й час уже. Да, уже 4-й час. Подходили шакалы здесь были. Здесь у них это два коровы с этой стороны, там стадо, слева стадо, справа два коровы и два теленка. Ну, они к телятам подходят, шакалы. Короче, примерно с 200 метров, с 250 стрелял, 270 стрелял. С бугорка были, ну, шакалы не такие большие были, молодые. Короче, 5 или 6 мы стреляли, да? 6 штук. 6 штук, да. Ну, самая последняя была очень. Да, ну, на поле одна. А к ним подоспела еще, или их мать, или, ну, как его, шакал, или родители, может быть, оттуда он, им, не знаю, какой-то знак подавал.
или крик какой-то шакальчий, чтобы они пришли обратно. Где-то один раз я стрельнул 400-570 было, но это 470, это далеко он был. Потом он туда-сюда бегал, да? Да, он побежал и обратно пришел. Да, пришел. Ну, второй выстрел был 490. 490, да? Вот, 490. Шакальчика говорили. Ну, он далеко чуть... он был. Да, но он крупноватый был, походу, да? Крупнее, чем эти. Эти мелкие были шакалы. По-моему, отец это был. Да. Их батя выдать был. Ну, ему это не его день сегодня был. Короче, сейчас на ферму подъедем, там вернемся, посмотрим, что еще получится у нас. Ханзиндик паргу ежу вроде бы. Со узлак его. Раш дях каш халву ори, аж лох керви. Саламу алейкум. Сегодня едем в предгорное село. Ребята звонили. Их кошмарят шакалы, волки. Также заходит в село. По окраинам заходит. Ну, где-то к вечеру вот так заходит. Звонили. Говорили, что нападает на жеребят, ну, новорожденных там где-то до месяца, две недели вот так. Скорее всего, ну, могут и шакалы могут быть. Ну, я думаю, шакалы, скорее всего. Сейчас поеду, посмотрю, что как. Сейчас я уже пол пути, да уже в дороге. Поеду. Вот они прибыли на место. Лошадей отгоняем туда, в нашу точку. Там у нас позиция. Раньше, в прошлом году, вот мы вот здесь, на этом месте, наверху. Видите, вон жеребята там маленькие, 4-5 дней, вот, этому. Вот они на них покушаются, вот сейчас мы. Здесь тоже полянка, просто обзор такой, ну, можно обойти потом, не увидеть, поэтому мы их отгоним.
то место, которое хотим там. Сейчас поедем за ним. Так, поднимаемся наверх. На точку. Здесь точка у нас. Фух, лошадей сюда догнали. Вот. Вот низкие на стене. Где-то здесь. Посмотрим, короче. Погли.
Белый жанус. Байкуя. Хэ? Я вас китайца, а я... Китайцы не... Я хоть байкуя. А, галдыри, проедешь, а чир. Я вам желаю. Такой подъем никогда не поднимал. Если гусеничный трактор только ехал. Да, видишь? Да, да. А тут только на гусеница есть. То есть следов здесь нету. Бесполезно. Там вообще лужа какая-то, лужа большая. Туда заехать или не уехать потом. Да. Короче, спускаемся. Как-то поднялись, как-то спуститься надо.
след пойдем, вот он, куда мы поднялись. Вот, сейчас спустились мы, вот оттуда немножко осталось, вон та дорога тоже. Короче, как я понял, там очень крутая дорога, вообще крутая. Короче, вот так мы поднимались туда, найти след вот этого. Там следов нету. Куда-то она с другой стороны подходит, не оттуда. Эту дорогу посмотрим.